В Твери продолжается капитальный ремонт школ номер 15 и 17. Это первые учреждения в городе, попавшие в госпрограмму развития образования, что позволило начать их масштабную модернизацию. Ход работ на объектах в рамках инспекционного выезда проверил глава Твери Алексей Огоньков. Почти полгода прошло с того момента, как в 15-й школе в микрорайоне «Юность» начался капитальный ремонт. Основная проблема заключалась в протекающей кровле. Сейчас крыша полностью отремонтирована и почти готов вентилируемый фасад. Его цвет еще до начала работ выбирали ученики, педагоги и родители, которые вошли в команду федерального проекта «Новая школа». Инженерные сети, можно сказать, тоже практически завершены. Производится там отладка каких-то систем, поменено на отопление, холодное и горячее водоснабжение, внутренняя система канализации. 15-я школа построена по уникальному проекту. Таких в Советском Союзе было всего две – в Твери и Алма-Ате. Здание устойчивое, стоит на сваях. Еще одна особенность – зенитные фонари. Это так называемый второй свет. Вот так они выглядели в спортзале прошлой осенью. Сейчас зал полностью преобразился. Полным ходом идут отделочные работы на втором и третьем этаже. Облицовочные, штукатурные на первом этаже и лестницах. Мы все делаем для того, чтобы дети заехали вообще в новую школу. Здесь проведены огромные работы с точки зрения кровли, фасадов, окон, остекления, спортзал, актовый зал. То есть все общественные зоны здесь претерпели огромные, хорошие, качественные изменения. Я думаю, школа просто порадует и детей, и их родителей. В школе номер 17 ремонт ведется сразу в двух зданиях. Главном – на улице Мусоргского и здании начальной школы – на улице Красина. В здании средней школы подрядчик выполняет ремонт фасада и внутреннюю отделку. Во втором ведутся фасадные работы и переустройство полов на втором этаже.